Запомните, в этом заключается смысл жизни человека. Жизнь — это не теория. В жизни должно быть то, что понято с трудом. Люди часто очень тоскуют из-за того, что они поняли с трудом. А это как раз и есть смысл жизни. Не надо из-за этого тосковать. Если вы что-то поняли с трудом, значит, это и есть то, ради чего мы живем. Видите, как бы и только промахом был рад, и как бы и жил нелепо наугад, шел нелепо наугад, и женщину любил не ту, и видел жизни пустоту там и так далее. И все же я не жалею ни о чем, потому что что-то было понято с трудом от этого, понимаете? В целом есть два подхода к жизни, оба правильные. Один подход — это искренне жить. Искренне означает активно, не сидеть, мечтать. Я вам сейчас скажу точно, что не надо делать в жизни. Вот это главное. Если человек искренне куда-то идет, он ошибается. Это один вариант жизни. Второй вариант жизни очень редок в этом мире, очень редок. Это называется жизнь в звуке. Некоторые говорят: хочу милости, хочу чуда, хочу удачи. Запомните эти три вещи: милость, чудо и удача. Все приходит в жизнь человека через звук. И этот звук должен восприниматься с огромной верой. Когда человек что-то слушает с огромной верой, и в сердце его отзывается чистота и радость, это значит, что он будет избегать в своей жизни колоссальных страданий и трудностей. Понимаете, это тоже жизнь. Вот это тоже жизнь. Но это другая совсем жизнь. Это жизнь, в которой человек побеждает свою судьбу совсем по-другому. Не с помощью идти нелепо наугад и только промахом быть рад. Человек побеждает свою жизнь с помощью жизни других людей. Понимаете, в этом мире самое ценное является опыт жизни. Часто люди читают лекции какие-то, смотришь на него, он читает лекцию, а сам не понимает, что говорит. Это все просто пустое времяпровождение для всех. Жизнь означает, что кто-то четко, точно понимает, о чем он говорит, потому что он это прожил. И если человек с верой слушает такого человека, который искренне хочет помочь своим чувствам, своим знаниям, то этот опыт жизни переходит через звук другому человеку. Это удивительно. Но в этом мире это есть. Человек не обязательно должен сам ошибаться. Но, тем не менее, надо знать, что если даже человек получил через звук знания, чуть-чуть ошибиться все равно надо, чтобы это знание вспыхнуло у него в сердце, и чтобы он его начал применять. Без ошибки вряд ли человек сможет глубоко применять что-то. Поэтому вы не печальтесь. Женщина сидит, печалится. Вам не надо печалиться. Я не жалею ни о чем, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Не надо жалеть. Вы не можете все понять легко в этом жизни, невозможно. С трудом что-то должно быть понято обязательно. И жизнь человека, она бесконечно глубока. Мы даже себе представить не можем, насколько она глубока. Часто люди думают, что вот то, что происходит здесь, сейчас, в моей жизни, работа, дом, это и есть жизнь. Это не жизнь, это сохранение жизни или забота о своей жизни. Большинство людей заботятся о своей жизни на все 100% жизни и при этом вообще не живут. Потому что жизнь человека и забота о жизни — это разные вещи. Что такое забота о жизни? Это работа, отношения в семье, воспитание детей, строить дом, защищать родину. Это забота о жизни, она нужна.
Жизнь человека протекает в сердце. Что такое жизнь? Простить – это жизнь. Принять – это жизнь. Быть верным – это жизнь. Понять – это жизнь. Терпеть – это жизнь. Некоторые говорят, я всю жизнь тебя терплю, у меня никакой жизни нет. У тебя есть жизнь. Вопрос, для чего ты это делаешь? Если ты просто так терпишь, для того, чтобы мужу понравиться, то это не жизнь. Если ты для Бога терпишь, тогда это настоящая жизнь. Человек должен терпеть, потому что это его долг – жить с мужем. Долг женщины – жить с мужем. Это ее долг перед Богом, потому что Бог соединил людей. Я часто на лекции спрашиваю, кто из вас нашел себе близкого человека сам? Несколько человек поднимает руки. Я говорю, вы найдите несколько рублей на улице, пойдите. Найдете? Нет. Как же вы человека нашли? Человек же дороже. Дороже, чем любые деньги. Бог соединяет людей. Некоторые люди пытаются уйти от близкого человека, не могут. Почему? Потому что держит сила какая-то. И они говорят, что ты меня держишь? Он говорит, да не держу я тебя, иди. Он говорит искренне. А женщина уходит и не может уйти. Думает, нет, он держит. Человек не может никого удержать. Между сердцами, связь между двумя сердцами создает Бог. И он же находит человека. Некоторые думают, что я себе такого этого человека нашла? Зачем он мне нужен такой? Одни страдания. Ну, вот Бог тебе нашел того, кого положено. С ним сейчас страдания, потом будет много счастья, если ты сдашь свой экзамен. Этот человек для всего тебе положен, и для счастья, и для страданий. Просто у некоторых, у большинства людей сначала страдания. А кто еще может нас учить? Если мне, допустим, кто-то скажет что-то про меня в автобусе, ну что, я буду на него реагировать? А если мне близкий человек скажет, конечно, я среагирую. Больше некому нас учить, кроме близких. Таким образом, жизнь протекает в сердце человека. И откуда она идет и куда? Маленький ребенок, когда он рождается, через него не действует еще энергия судьбы так сильно. Поэтому он чист. Мама смотрит на него, на ребенка, и видит в нем чистоту. И поэтому она его любит всю жизнь. Она всю жизнь видит в нем то же самое, что видела с детства. Всю жизнь. Она видит в нем только чистоту в своем ребенке. И это значит, что она видит в нем душу. Неосознанно. Она не знает, что это душа, но видит в нем душу. Когда люди влюбляются друг в друга, первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. Это тоже душа. То есть Бог показывает душу, когда человек любит, он душу видит другого человека. Но это Бог показывает просто, понимаете, не то, что мы сами можем увидеть. Сами видят, может, душу только святые люди. Они во всех видят то же самое, что мать в своем ребенке. Поэтому они любят всех, как детей малых. Святые люди любят каждого человека одинаковой любовью, чистой и светлой. Но мы не можем, потому что через близких людей начинает действовать судьба, делает мне больно, боль приносит, и в результате мое видение чистое человека этой болью оскверняется. Я уже на него с болью смотрю, а не вижу его чистоту. Это нужно тоже для того, чтобы мы научились, служа человеку, его жизни, перемалывать свою судьбу, собственно, потому что он тебе плохо делает по твоей же судьбе. Если бы мы это знали, разве мы тогда бы страдали в этом мире? Человек, который знает, что ему положено вот это, никогда от этого не будет страдать. Он успокаивается сразу. Вот ему, допустим, он понимает, что вот это самое лучшее для него в жизни. Он сразу раз его расслабил, успокаивается. Знание, незнание о том, что это мне положено,
Напрягает? Вот смотрите, сколько я вам трудных вещей сказал. Вам спокойнее сейчас стало? Да. Нет? А как? Сложно. Скрылась просто судьба, да? Она перед вашими глазами встала. Вы ее как бы цвет медали. Нет, мне положено лучшее, красивое. Хороший человек нужен. Сейчас вы увидели судьбу свою. Она тяжелая, на первый взгляд. Потом счастье. Мудрость, когда мудрость приходит в сердце, счастье наступает.